Соперник, представляющий Республику Ингушетия, из красного угла, Али Майсагов. Киргизский спортсмен, которого мы сейчас видели, собственно, одержал одну победу на локальном турнире. После чего получил шанс выступать здесь в лиге. Ну а сейчас на наших экранах мы видим представителя любимого мной, одного из любимых регионов Республики Ингушетия, гордой фамилии Майсагов. Али Майсагов является, как вот мне подсказал Герихан Шибилов, наш рефери, чемпионом республики по смешным единоборствам, чемпионом республики по боевому самбо, призером РКО по конкуртиону, кандидатом мастера спорта по боевому самбо и вольной борьбе, ну то есть спортсменом, несмотря на то, что для него это профессиональный дебют, вполне подготовлен. У его киргизского оппонента есть некоторое преимущество профессионала. Все-таки для него это уже бой под номером 2. Это сказывается. Но Али Майсагов имеет серьезный. Представляю вам бойца из синего угла. Ему 21 год, рост 169 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд – одна победа, без поражений. Его стиль ММА – из Кыргызстана, Нуржигит Кочкорбай. А вот и его соперник в красном углу. Ему 22 года, рост 172 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют, его стиль ММА из Республики Ингушетия, Али Майсагов. Рефери поединка Ашот Ашукян. Я бы добавил легендарный Ашот Ашукян. Ну и что логично, да, получает желтую карточку за перевес. Ну, в общем, довольно большой перевес киргизский спортсмен. Ну, посмотрим. Для него это может быть только выгодно. Другой момент, что ему еще больше нужно результат показывать. Желтая карточка, напомню, что это минус балл. Визуально больше он кажется, нежели ингушский спортсмен. Али Майсагов начинает с лоу-киков. В общем-то, довольно логичное действие. Такая разведка боем. В отличие от многих спортсменов, которые сегодня работали лоу-кик по нижней части ноги, по икре, он бьет совершенно классические лоу-кики по бедру. Совершенно не теряется киргизский спортсмен. Вот. Прилетели они оба к нам на комментаторскую позицию и вот уже откочевали дальше. Интересный эпизод, в котором сверху мог оказаться, пожалуй, кто угодно, но оказался Али Майсагов. Помню, что все-таки он кандидат в мастера спорта по боевому самбо и по вольной борьбе. Это все-таки очень серьезное достижение. Так, и смотрите, и ручку тоже захватил. Неужели удушающую она сюда будет делать? Красота какая. Ну-ка. Сдача, 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 сдача. Какая красота. Слушайте. Очень интересный эпизод. Совершенно неожиданно вышел на удушающий. Из маунта захватил ногами ногу. Руку, обратить внимание, киргизского спортсмена. Вот насколько хитрый оказался захват. Ситуативно, да, вот почувствовал, что здесь сейчас нужно прихватить. И доделал классический треугольник руками с совершенно не классического положения. Во-первых, с маунта, где это делается не так часто. А во-вторых, с захватом руки. Ну, классно, классно. Заявка, кстати говоря, вполне себе первая заявка серьезная на бонус вечера. Наше поздравление братской Ингушетии и лично Али Майсагову. Молодцы. Очень красивый бой.
Дорогие друзья, время остановки боя. Первая минута, 22 секунда первого раунда. Таким образом, удушающим приемом победу одержал Али Мальсагов. Ваши аплодисменты. С первым профессиональным успехом. Отличный бой. Ну и нашим киргизским братьям, конечно, тоже уверен. И, кстати, сегодня представляю вашему вниманию.